сорт острого перца хабанера Big Sun. Переводится как хабанера Большое Солнце. Это вот такие вот, ребята, смотрите, крупные плоды. Такого желто-оранжевого цвета. Это очень острый сорт. Созревает он от зеленого вот такого цвета. И постепенно переходит в желтый цвет. Вот такие вот красавцы. Смотрите, какой размер. Размер плода. Высота кустика может достигать от 60 до 85 сантиметров. Ну, мне вот такой вот кустик сейчас вам покажу. Смотрите, вот он обрезанный у меня. Вот смотрите, сколько плодов на нем. Вот такой вот красавец. Куст невысокий. Вот такая острота вот такого перца от 150 тысяч до 325 тысяч сковелей. Он чуть-чуть острее, чем, к примеру, стандартный хабанера. Срок созревания у этого перца от 85 до 100 дней. Вкус у этого перца с фруктовым ароматом. Он такой вот красавец. Плоды у него толстостенные, довольно плотные. Такие вот ребристые. Если этот перчик выращивать на подоконнике, высота у него будет где-то в пределах 60 сантиметров. Ну, не больше 60. Он, видите, какой он объемный. Такой вот красавец. Тоже большое количество плодов на нем. Я уже часть сорвал. Часть осталась еще. Вот, начинает пасынки выбрасывать. Плоды могут быть от 5 до 6 сантиметров в длину. Ну, если вы хорошо покормите, у него будет и до 10 сантиметров. Может вырастать довольно-довольно крупным. Очень вкусный, очень сочный и очень высокоурожайный сорт. Я, ребята, советую вам такой сорт выращивать у себя дома. Он неприхотливый. Не нужно с ним морочить голову. Он дает хорошие урожаи. Очень больших и очень вкусных плодов. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на наш канал. Ставьте пальчик вверх. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видеообзоры.